А вот компания «Красавтодорстрой» задолжала своему персоналу более 30 миллионов рублей. Сегодня работники дорожно-строительной фирмы с плакатами и лозунгами вышли на митинг. Получать свои заработанные деньги люди перестали еще в 2010 году, когда фирму признали банкротом. Напомню, разорение предприятия спровоцировал сам руководитель, оказавшись не в состоянии выплатить все долги подчиненным и кредиторам. Рупор неси. Работникам стало известно о том, что деньги, за счет которых можно было бы полностью погасить весь долг, все-таки имеются. Вот их, правда, аж успели в город Новокузнецк увезти. Но правоохранительные органы эти деньги сегодня заблокировали.